И живу я на земле долго, засия из-за того парня. Заслуженный артист России Валерий Машков к этому дню готовился с особым трепетом. Тема Великой Отечественной войны для него и для каждого, кто в этот день сидел в зале, связана с воспоминаниями о людях, подаривших жизнь и мир нашей земле. Я, как заслуженный артист России, простой россиянин, хочу, чтобы на земле был мир, было счастье, а потомки не забывали о том, что было страшное, просто страшнейшее событие для нашей страны. Впервые патриотическая эстафета «Салют Победе» вышла за границы Одинцовского округа. К движению присоединились Власиха и Руза. С 13 ноября символы акции находились в городке Ракетчиков, а теперь пришло время передать их дальше. Мы с честью, гордостью приняли эту эстафету 13 ноября у Одинцовского округа в Дубках. И вот в рамках патриотических мероприятий, у нас тоже прошли патриотические мероприятия с участием наших деток из детского сада, школ, юнармейцев. И сегодня мы готовы символы эстафеты передать нашим коллегам из городского округа Руза. Акция «Бессмертный полк» проходила в онлайн-режиме. Празднование 75-летия Победы тоже было перенесено. Организаторы патриотической эстафеты решили все-таки провести «Салют Победе», несмотря на пандемию. Это память и наша история, которую не в силах изменить никто и ничто. Почти что каждый день мы говорим о героях Великой Отечественной войны, о простых блокадниках, о простых матерях, которые во время войны помогали фронту. И мы объезжаем все свои поселения и говорим, и разговариваем с нашими теми ветеранами, которые еще сейчас живы. Они живые легенды нашей Великой Победы. География эстафеты «Салют Победе» расширяется, интерес к патриотической акции растет. А это значит, что она может выйти не только на региональный, но и федеральный уровень. Проект представляет, на мой взгляд, такую книгу, книгу памяти. Каждый раз мы переворачиваем следующую страницу, страницу истории нашей Великой Отечественной войны. Сегодня страница – это Севастополь, его защита и тот героизм, который показал советский народ. Символы эстафеты отправились в городской округ Руза. Ровно через неделю они снова вернутся на родную землю. Шестая патриотическая эстафета «Салют Победе», посвященная городу-герою Севастополю, будет завершена. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».